Всем привет! Сегодня экспресс-обзор моего заказа. Я его выставила, и на заднем плане у меня стоит чемодан, потому что я завтра улетаю в Рим. Безумно мне нравится этот город, буду уже там третий раз, но оттуда у нас будет путешествие. Два континента, три страны, четыре города. Я вам, наверное, наблюдать, я позже вам расскажу, как все происходило, конечно же. Ну, а так сейчас будет заказик. Частенько я вам листаю каталог и постранично показываю какие-то акции, но сегодня мои все каталоги, где-то я их раздала, и последние я отдала маме. И вот буду вам показывать так, наспех, без цен, что я себе приобрела. Во-первых, Wellness. Каждый каталог я ее заказываю, в том числе витаминки и омега. Наши детишки сейчас пошли в школу, и омега крайне важна для их мозга. Здоровье ваших деток, поэтому во всех заказах приоритет номер один, это, конечно же, Wellness, витаминки для детей, ну а потом уже, конечно же, для вашего здоровья. Один батончик – это примерно как одна кашка. Ну и к тому же здоровый перекус. А это, кстати, дочка мне приготовила сюрприз. Персик с виноградиками. Я собираю коллекцию зайчиков. Новинка этого каталога для меня главный продукт – это ночная маска серии Novage. В многих косметических компаниях появляются ночные маски – это тренд. Чем ночная маска отличается от дневной маски? Дневную маску, когда вы наносите, ее в основном вы наносите минут на 15, и в это время она действует, потом вы смываете. Ночная маска только где-то минут через 15-30 час начинает действовать, и действует в основном с 10 вечера до 4 утра, пока вы спите. То есть в этот момент, может даже только через час, она начинает открываться и проникать все глубже, и ее компоненты начинают действительно действовать, активно действовать. В ее составе входит один из самых мегакрутых компонентов, это гиалуроновая кислота, и наверняка вы знаете, что одна капелька гиалурона может привязать к себе ведро воды, то есть связать такую, делать вязкую жидкость. Будет приобретать вместе с лопаточкой очень удобно, потому что если вы наносите маски просто кисточками, например, то на кисточке остается много продукта, а на лопаточке полностью вы наносите ее. Я забыла заказать и очень сильно жалею. Масочка состоит из масла инка инчи, богата омега-3 и 6 витаминов Е, масло купуасу. Сегодня я попробовала эту масочку и осталась в полном восторге. Мне понравилось то, что кожа, во-первых, стала как-то светиться, она стала мягкой, она стала какой-то, знаете, вот реально чувствуется эффект увлажненности, ухоженности. Я даже когда делала макияж, я поняла, что он как-то выглядит по-другому, кожа более ухоженная. В этом каталоге я заказала праймер Giordani, он с такими гранулками светящимися, которые буквально подсвечивают вашу кожу изнутри, делают более ухоженной, такой естественно сияющий, лощеный, но это ни в коем случае не жирный блеск, который выглядит отвратительно, да? И этот продукт премиум класса, он ухаживает за вашей кожей. Также в его составе содержится гиалурон, который, я говорила, что максимально удерживает вашей коже влагу. Зачем этот продукт? Если вы делаете, наносите дальше тональную основу, то праймер, он помогает, во-первых, выровнять вашу кожу, сгладить какие-то мелкие морщинки, прыщики, поры. Убрать, да, и когда вы наносите тональную основу, она держится гораздо лучше и ухоженнее. И потом у вас кожа становится более матовой, держится дольше макияж. И многие считают, покупают какие-то супер дорогие тени, тушь. На самом деле главное в макияже – это основа, база. Если у вас не будет предмакияжа, то весь ваш макияж будет, ну, неестественно на смарку выглядеть. В блоге я вам рассказывала о новинке тушь No Compromise. Влагостойкая, она мне понравилась, я испытала временем. Конечно же, я не смываю ее тушь просто теплой водичкой, чтобы она смывалась. Я смываю с очищающим средством, чтобы полностью удалить остатки макияжа, который у меня есть и на лице, тональная основа, пудра. Но эффект мне настолько понравился, что в Рим из всех тушей я беру именно эту тушь, потому что я буду купаться, я не буду нырять, плавать, но вот этого будет достаточно для того, чтобы был макияж, он не потек. Моя любимая помада – это Giordani Gold. Посмотрите, она шикарна. На самом деле это не один из моих любимых оттенков.
С учетом того, что я с собой взяла в косметичку 4 оттенка, видите, сколько у меня оттенков черта не осталось. И вот один из запасов, который я пополнила, помада. Хотя самые яркие, самые любимые оттенки, это у меня насыщенный яркий розовый, это тоже вот один из матовых оттенков. В моем заказе присутствует вот такая новинка. Это бутылка из стекла. Специально защитная такая вот резина. Покрытие, чтобы бутылочка не разбилась. Вот написано glass bottle. То есть стеклянная бутылочка. Впервые такая, знаете, увесистая, тяжелая. Она пришла по акции. Приятненькая. Думаю, что ребенку я там специально, чтобы она ходила в школу, но она большевато и тяжеловато для нее. Плюс, конечно, стекла, то, что стекло безвредное, в отличие от каких-то от пластика, от железа. Еще в моем заказе гель для душа, регулярно беру разные. Для мужа каждые 3 недели новый дезодорантик. Впервые заказала гель для бритья. До этого у нас какой-то был тоже гель, но вот этот обновленный я впервые не пользовалась. Так же, как рука, одной капельки хватает для того, чтобы обеззаразить нашу кожу. Наверняка вы знаете, мне нравится средство, особенно сейчас, брать нужно в дорогу, удобно, с ребенком. У нас было какое-то другое средство, мне до этого запах не нравился. Это вроде как нейтральный, ну как, нейтрально-спиртовой, все-таки что-то такое спиртовое здесь есть. Также в своем заказе я повторила, заказала вот такую вот чашку для окрашивания. Она у меня была, осталась в Омске, мы еще не перевезли. Часто вы спрашиваете меня, какой краской я крашу волосы. Это 2 оттенка, 5.25 и 6.7. Сначала я корни покрасила 5.25, потом смешала 2 краски. Мне сегодня захотелось такой оттенок, вот тот, который сейчас получился. У меня нет никакой укладки, никакой пенки. Волосы я оставила так, как они есть. Они у меня высохли. И если кто-то писал, что мне сейчас нужно объем придать волосам для видео, ребята, нет просто времени этим заниматься. Кроме того, я заказала себе косметичку. Она стоит 350 рублей без акции по полной стоимости. Она мне нужна для того, чтобы... У меня много маленьких сумочек, которых я одеваю через плечо, чтобы туда кинуть помаду, пудру, что-то такое вот мелкое, телефончик, потому что постоянно то с одной хожу сумочкой, то с другой. Но чтобы у меня вот такая косметичка была, я не заполняла какими-то кармашками косметические средства свои, а вот именно с такой. Мне кажется, она будет очень удобна. И в подарок. И вот такой салатник за 99 рублей. Так, вау, вуаля, я собрала полностью эту коллекцию. Что еще у меня здесь? Вот такое вот зеркало. Привет, привет. Оно у меня уже было в Омске, но я чувствую, что без него не могу обходиться. Все равно как-то делать макияж удобнее с этим зеркалом. Я так оставила самую вкусняшку. Это двухфазный пилинг для обновления кожи Novage, который состоит из 2 капсул. Первая капсула нужно нанести на лицо, протереть, подождать 10 минут и потом удалить при помощи второго среза. Более подробно я вам расскажу в следующем видео. Почему? Потому что эта новинка будет следующего каталога. Это мега крутой продукт. У нас была микродермабразия до этого в Oriflame. Я еще не пробовала, поэтому не могу сказать, насколько это эффективно, насколько мне понравилось. Одно скажу, что от маски я в полном восторге, поэтому смело заказывайте, она вам понравится. Это реальный потрясающий уход, как салонная процедура. Ну вот и все, это был мой экспресс-обзор заказа. Простите, что так коротко, на чемоданах я. До скорых встреч, увидимся с вами чуть позже, когда я вернусь с конференции, расскажу много новостей от компании Oriflame. Пока-пока!